В некоторых странах есть поверье, что свист приносит неудачу, но эти энтузиасты другого мнения. Они уверены, свист – это не только веселое занятие, но и может дарить настоящее эстетическое наслаждение и быть формой искусства. В японском городе Кавасаки проходит международный конкурс свистунов. 50 участников из 6 стран – Индии, Австралии, Кореи, США, Венесуэлы и самой Японии. Художественный свист, как правило, сопровождает музыка. Джагат приехал из Индии. Свистеть любит с детства. Я выступаю здесь впервые. Раньше такой возможности не было. Приехал в Японию из любопытства и чтобы хорошо провести время. Участники демонстрируют свое мастерство перед судейской комиссией. Оценивают и ритм, и попадание в ноты, и отсутствие лишних дыхательных звуков. Композиция должна быть не короче 2 минут и не длиннее 5. Этот японский свистун аккомпанирует себе на укулеле – 4-струйной гавайской мини-гитаре. Говорит, если выиграет в конкурсе, откроет школу по игре на укулеле и мастерству свиста. Из всех способов, думаю, свист самый деликатный и еще самый простой. А эта довольная зрительница пока сама в конкурсе не участвует, но верит, что у нее все впереди. Она ходит на курсы профессиональных свистунов. Мне всегда хотелось свистеть, но во времена моей молодости считалось, что это женщине приносит несчастье. Я из того поколения. А теперь свист стал обычным явлением, и я счастлива. Никогда не думала, что это произойдет. Этот конкурс не единственный в своем роде, но в Японии проходит впервые. Японцы обещают впредь проводить его ежегодно.